мы весь день вместе, мы это все перевариваем, приходим к общему мнению, и из этого получается такой вот синергия у нас, женское и мужское начало. ДБМ нашей компании, в общем-то, было 4 года. Постоянно мы ходили на курсы повышения каких-то квалификаций, повышения продаж. ДБМ стал не исключением, как только, в общем-то, мы о них узнали. Решили тоже туда сходить, почему бы нет. И, в общем-то, мы не прогадали. Буквально в первый день мы окупили все наши вложения. 10 лет назад, в общем, я начал заниматься продажами через тендеры, тендерными продажами. В какой-то момент я понял, что я уперся просто в потолок. И в зарплатный, и в финансовый. Там надо мной был замдиректор и директор вот, большой достаточно компании московской. Я понял, что, в общем-то, расти дальше не получится никак. И в голову пришла хорошая мысль, а почему бы, в общем-то, не организовать собственное дело. Жена меня поддержала, тем более это был кризис 2008 года, ее как раз уволили с работы, она сказала, давай. Бизнес, он как-то получился сам собой, потому что малый бизнес как раз тогда стал подниматься, и мы вот на этой волне, видимо, хороший момент, да, начали заниматься тендерами, учить малый бизнес, как участвовать и выигрывать, получать заказы от государства. Я вижу прям смысл, глобальную цель какую-то, да, вот как в БМ учат. У нас есть большая цель, у нас мега-цель, вот, распространиться на всю страну, как зараза, хорошая здоровая клетка, мы хотим очень. На какие-то вещи по развитию очень мало времени было. Вот БМ нам, конечно, дало такое понимание, что нужно отбросить то, что не важно на данный момент, но про него не забывать и распланировать. Мы проходили интенсив и коучинг. Если бы мы узнали хотя бы года 3 раньше назад, я думаю, было бы много чего проще. БМ какая-то вот была такая вещь, что хотелось какого-то более драйвового ощущения от обучения. Ну, потому что есть гуру там в маркетинге, да, и они уже такие великовозрастные, опытные. А хотелось прям вот такого, чтобы вот энергетика была такая молодая. Вроде у нас и продавцы наши, да, которых мы нанимаем, они вот это там 19-23 года. Вот. И хотелось как-то вот к ним поближе, потому что вроде мы как постарше, да, но учить их так, чтобы им было интересно. И от этого мы увидели эффект очень хороший. Я сейчас с новыми менеджерами по продажам общаюсь так, чтобы вот заряжать их. Я теперь вижу, как это, то есть есть пример. БМ – это очень хороший пример. Сейчас мы активно занимаемся масштабированием, в плане мы выходим в регионы активно. Ну, в общем-то, и раньше выходили в регионы, но делали это довольно кривовато, скажем так. По сотрудникам мы поняли, что мы будем искать опытных людей. Со студентами, конечно, мне даже легче, да, их как-то настроить, там, обучить можно, но все это требует очень много сил моей личной энергии, да, обучать их. И все-таки студента, у которого нет опыта, очень трудно сделать специалиста, который понимает, о чем он говорит с клиентом. Потому что у нас очень сложная сфера, мы вот продаем такое неведомое что-то, непонятное, это нужно объяснять. Пока ты объяснишь клиенту, вот мне нужно 2 минуты, например, да, чтобы объяснить человеку, почему его бизнесу нужно к нам идти. Вот. Но 2 минуты для моего продажника, который бывший студент, очень сложно. Инсайт для нас был именно в том, что мы такие глупые, мы вот не, то ли мы вот жадничали, да, чтобы там платить человеку 100-150 тысяч, с продажнику с опытом, который умеет систему под собой настраивать. Вот, то ли просто не решались и боялись, что он там окажется умнее, там уйдет половину бизнеса. Вот, хотя бизнес у нас построен, в общем, на личности, да, директора нашего, моего мужа. То есть его увести, в принципе, невозможно. Во-первых, жена всегда рядом. Это же хорошо. Я вот, глядя на других людей, честно говоря, не понимаю, как муж с женой могут работать на разных работах. Это хорошо, ну, во всех смыслах. То есть, ну, если, например, обычный человек, он там приходит с работы часов 8. Когда ты уже усталый, без эмоций, тебе не хочется ни общаться, ничего. Думает там не о том, что как бы там сказать миленькой, хорошенькой, красивенькой, какие-то комплименты сделать. Я уже не говорю про то, что он хочет сходить в театр, в кино, там как-то еще уделить время жене. Там самая главная мысль – спать, завтра проснуться, уйти. Я даже не могу этого понять. Я не понимаю, как люди так живут. Мы постоянно вместе осуществляем новые идеи, это очень интересно. Нам очень легко.
План на будущее. Наша компания называется «Первый тендерный центр партнер». И, в общем-то, я считаю, что мы сейчас первые в Москве в плане вот, обучения тендерным продажам, поддержки специалистов. Естественно, план номер один – это стать первыми в России. В детстве энергии очень много. И мы вот поэтому стараемся с молодежью почаще общаться, да, и с детьми, потому что это, ну, такой энергии не будет никогда. Каждый предприниматель это понимает. Ее нужно откуда-то брать. И нужно, чтобы она была позитивная. Вот БМ нам очень сильно в этом помог. Мы вот прям увидели то, что нельзя терять эту связь с детством.